Спасатели нашли бабушку, которая заблудилась в Кольчугинском лесу. 62-летняя пенсионерка 31 августа ушла в лес за грибами и не вернулась. О пропаже в МЧС сообщили вечером того же дня. К поиску пропавшей были привлечены не только спасатели, но и полиция, кинологи, а также добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Поиски пенсионерки продолжались два дня. Осложнялись они тем, что у женщины не было с собой мобильного телефона, поэтому поддерживать с ней связь было невозможно. Пропавшую спустя два дня обнаружил сотрудник Кольчугинской пожарно-спасательной части номер 20 Евгений Верховский и его помощник. Как рассказал Евгений, вместе с ним в группе шел доброволец. Они начали обследование лесного массива со стороны трассы. В ходе поисков работали на отклик. В какой-то момент на их крик и отозвалась пропавшая женщина. Ее местоположение было оперативно обнаружено. Женщина была обнаружена в лесном массиве в 1 километре от деревни Малая Григорова. Пенсионерку вывезли из леса с помощью автомобиля повышенной проходимости и передали в руки медикам. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Спасатели напоминают, что любой поход в лес требует тщательной подготовки. Ни в коем случае не стоит уходить в лес без средств связи или же с незаряженными телефонами. Не стоит посещать незнакомые леса. Настоятельно рекомендуется иметь с собой запас воды и питья, а также все, что необходимо для разжигания костра на случай вынужденной ночевки.